Дорогу молодым. В Слободейском районе обсуждали острые темы, думали, как решать старые проблемы. Актив города и района встретился с начальником управления по вопросам молодежной политики и спорта администрации президента. Начали с нехватки спортивного инвентаря, помощи в развитии спорта в селах района. Проблемы были у нас с нехваткой инвентаря в спортивных школах. Также место оборудования, допустим, вот у нас в спортивном зале дзюдо не хватает татами. У нас они уже по сроку годности вышли. Особенно участников встречи интересовал вопрос льгот для молодых специалистов и обеспечивания их жильем. Молодые специалисты работают по распределению. Например, из города Тирасполь ему приходится ездить в Фрунзе, Чобруч или в другие какие-то селы. Таким ребятам, молодым специалистам, не оплачивается дорога, она не финансируется. И молодой учитель вынужден со своего бюджета, да, со своей заработной платы должен оплачивать дорогу, что тоже является накладно. Подобные встречи с молодежным активом районов в республике по поручению президента прошли уже в Каменке, Григориополе, Дубосарах и Бендерах. На очереди Днестровске и Тирасполь, а ближайшая встреча пройдет в эту пятницу в Рыбнице.